История о том, как Avator стал одним из лидеров рынка онлайн-касс. В 2018 году онлайн-кассы стали обязательными для тех, кто раньше мог работать вовсе без кассы. Речь о маленьких бизнесах. На рынке за потенциальных клиентов началась жесткая борьба. Включились в нее даже крупные банки и IT-компании. Среди них – молодой Avator. Наш продукт – не просто кассы, это умные гаджеты с полезными приложениями, созданные специально для малого бизнеса. При этом сами предприниматели тратиться на незнакомую кассу совсем не спешили. Многие шли за советом к продавцам, но те не всегда рекомендуют самый выгодный для клиента вариант. А еще, чем ближе подступал дедлайн, тем меньше выбора в принципе оставалось. Перед нами встала задача привести предпринимателей в точке продаж с конкретным запросом – купить Avator. И мы ее выполнили. Как удалось создать у очень рационального потребителя спрос на конкретный бренд в новой для него категории, еще и не самой доступной по цене? Сейчас расскажем. Мы полностью отказались от имиджевой рекламы в пользу продуктовой, определили с помощью интервью боли клиентов и показывали в креативах, как умный Avator поможет их преодолеть. Получились десятки креативов о пользе продукта. А еще создали блог, чтобы помогать разбираться в сложных законах и бизнес-процессах. Но найти микропредпринимателей в интернете, чтобы все это рассказать, непросто. Бизнес-порталы не подходят. У наших клиентов нет времени их читать. Еще есть платные сегменты, но они дорогие и не всегда эффективные. Мы поступили по-другому. Взяли сегменты малых предпринимателей, доступные в разных рекламных платформах, а затем, для более точного соответствия, пересекали их между собой в DMP и постоянно обогащали, например, нашей CRM или через таргетинг на профильной бизнес-конференции. Получились сотни сегментов. Чтобы раскрыть найденной аудитории нашу пользу, мы использовали цепочки коммуникации. Например, сначала промо-постом ввели на статью в блоге о том, что за кассу можно получить налоговый вычет. А затем показывали баннер с сообщением, что стоимость Avator равна этому вычету, то есть обойдется в 0 рублей. А чтобы убедиться, что нас услышали, мы вывели эффективное число показов рекламы и старались именно с такой частотой охватить нашу аудиторию. Мы точно знаем, такая стратегия работает. CTR продуктовых баннеров достиг уровня в 3 раза выше рыночного. 80% показов продуктовых приролов конвертировались в полный просмотр. Это не просто цифры. Предприниматели действительно приходили в точки продаж с конкретным запросом – купить кассу Avator. Они получили крутой полезный продукт. А мы выполнили весь план продаж и стали абсолютными лидерами в сегменте умных касс. Вот такая история.